Наши итальянские приключения начинались из города Тревизо. Чувствую, что мой город приземляется, а не аэропорт. Риза, 25 градусов, жарище, капец. Сейчас будем раздеваться. И вот апартаменты. Селились в апартаменты только что. Очень приятная девушка. Подождала нас полчаса, при этом говорит, ничего страшного. Ты какой дом. Цветочки везде. Хомячок на кухне уже орудует. Неправда. Я просто смотрю, что здесь есть. Хомячок. Даже в холодильнике бутылка. Характерная для Италии биде. Такие милые ящички какие-то. И записочки от постояльцев бывших. И еще вот такой вот балкончик, где мама уже отдыхает. Да. Ну как тебе апартаменты? Очень хорошо. Очень хорошо, тихо, спокойно. Маленькие, но очень уютные, да? Очень уютные, да. Отель. И как он, апартаменты, да? Да. Нравится, все легко, воздушно. Да. И комфортно. В Тревизо мы не встретили других туристов, поэтому сполна могли насладиться итальянским колоритом. Мощенные мрамором улицы, залитые мягким светом, и отовсюду доносится мелодичный итальянский язык. Это главная площадь Тревизо, самый центр. А в центре мы увидели целеустремленную выдру, которая плыла куда-то против течения. А вечер мы закончили танцами. Это что-то.
зашли в старый город, и первое, что мы видели, это огромный рынок. Не знаю, это рынок секонд-хенда выездного или какого-то, непонятно. Но тут шарфики по евро, вещи по 2 евро, вот там по 5, есть по 20 джинсы, по 5 евро зонты. Здесь вот такой ажиотаж. Мамы пытаются себе выбрать шарфики. Одним из интересных мест Тревизо является рыбный рынок, который находится на отдельном острове. Тревизо мы провели всего день, но за это время уже успели влюбиться в этот город. И вот оно, поколение 21 века. Ну да, ну да. 21 век. Древнего века, да. Все, отправляйся в Венецию. Да. Goodbye. Как оно? Давай хеллоу, короче. Goodbye, Тревизо, поехали в Венецию. Да. Ну все, поехали.